Добрый день, друзья! Хочу вам показать капусту пекинскую, которую ест жучок. Так, вот жучок. Где тут был такой блестящий маленький жучок? Значит, приехала я на дачу и удивилась, что у меня от пекинской капусты половина только и осталась. Вот у нас пустые гнезда. Вот опять капуста. Значит, я хочу обработать пекинскую капустой таблеткой «Искра». Для этого я сделала раствор, вы можете его увидеть. И буду обрызгивать. Начался дождь, ничего страшного. Потому что в течение часа уже будет видно эффект. И еще, когда вы делаете раствор этой таблетки, вы ее берете в руки. Не забудьте, пожалуйста, обязательно помыть руки с мылом. Через час уже начинается действие. И мы с вами в дальнейшем, где-то через недельку, увидим эффект. Так что ждите моих следующих видео, чтобы подтвердить эффективность таблетки «Искра». Всего хорошего!